Этот видеоотзыв я записываю лучшему целителю, проводнику с большой буквы Евгению Ушакову. В общем, вчера закончили терапию. Погружение трехдневное погружение мухоморное. В общем, какие у меня впечатления? Ну, во-первых, это пробуждение. Пробуждение – это четкое осознавание себя в этом мире, кто я есть. Вот это я осознал точно. И в этом очень благодарен Евгению. Это была такая работа проделанная. Он просто вытолкнул меня. Вот. У меня голос охрипший. Очень сложная была проработка трехдневная. В общем, я как гипнотерапевт, вот уже имеющий опыт там нескольких десятков проработок себе, оказался неподготовленным к проведению, к погружению. И, в общем, мухомор меня просто размазал. А Евгений, он, ну, получается, мухомор меня разобрал, получается, с помощью проводника я собрался, и теперь это состояние такое. Я сейчас не сплю уже больше суток. И то, что сейчас происходит со мной, вот этот ум, безумный ум, которого я ведь постоянно слышу, он не дает спать. Эти приходящие инсайты постоянно. В общем, я в шоке. Это действительно, ну, это просто круто. Просто. Я не знаю, передается ли мое состояние туда. Но это, я даже не знаю, как это назвать. Я думаю, что сейчас в течение каких-то дней я буду раскрываться еще. Но у меня уже есть понимание того, куда мне двигаться дальше. И вот за этим стоит идти. И что самое интересное, это мой первый вообще опыт. Я так же, как и все, блин, думал, что грипп это, блин, это грипп просто. Оказалось, это так, еще
что произошло. Вот, ну, понятно, сознание, понимание всего. Это естественно, это оно должно было случиться. Еще я был удивлен тому, что у меня поставлен диагноз артрит плечевого сустава правого. Я не мог поднять руку выше, чем это нужно. Короче, я в шоке. Он исчез просто. Это болезнь, ее нет. Ее не существует. Так, что еще хочу сказать. Ребята, кто, ну, думает или уже трипует без проводника. То есть я бы без него не смог сам. Это, ну, вот, допустим, эго. Ты его не можешь там распознать. Ты не понимаешь, что это он, это эго, а это ты. Ты этого не понимаешь. И получается, он тебе врет, ты ему врешь. И без проводника ты не освободишься. Так, еще хочу сказать, что без подготовки в погружение очень тяжело, очень тяжело. Это проживание того момента, той психотравмы, прям тотально. Проживание, это очень больно. В общем, в дальнейшем у меня еще пройти, еще раз приехать к Евгению. У меня есть такое желание. Но это возможно сейчас. Также хочу сказать, вот на днях Евгений хочет увеличить цену. Блин, Евгений, я тебе советую увеличить ее в 2 раза. Я бы, ну, эта работа, она стоит большего. Это не стоит этих денег вообще. То, что придет сейчас, после понимания, но у него цена выше, то есть выше этой стоимости. Что еще хотел сказать? Кому, может быть, кому-то нужна, ну, есть какие-то вопросы по опыту погружения, могу как бы консультацию сделать. И меня вы можете найти на канале, в телеграм-канале у Евгения. Итак. Всем всего доброго.
Евгений, просто божественно. То, что ты делаешь, это божественно. Вот так вот. Не могу сказать. Благодарю тебя.